Конкурс на лучшую научную работу студентов Казанского федерального университета проводился для стимулирования и вовлечения студентов младших курсов в научно-исследовательские работы, выявления талантливой молодежи. Студентка первого курса магистратуры Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Алия Хайдарова заняла третье место на конкурсе лучшей научной работы. Я заняла третье место в этом конкурсе по естественно-научному направлению. Мы выполняли работы, лабораторные исследования проводили по акватермолизу, исследовали наши продукты термокаталитического воздействия, также частицы катализатора. На третьем этапе конкурсная комиссия помимо критериев второго этапа оценивает умение представить результаты научно-исследовательской работы, последовательность, ясность изложения, качество оформления, презентабельность материала, степень владения информацией и другие. Лилия Баталова, Универньюз.